Михаил Саакашвили, один из первых пассажиров аэропорта высокогорного селения Местия. Строительство взлетно-посадочной полосы завершили несколько дней назад. Так же, как и первой горнолыжной трассы региона Сванети. На 2347 метров Саакашвили поднялся лично. Надеется, что его примеру последуют десятки тысяч местных и иностранных туристов. Правда, снега в регионе пока очень мало. На новой трассе лыжник-любитель Саакашвили выглядит довольно уверенно. Опробовав новую трассу, грузинский президент дал наставление министрам и бизнесменам. Заседание правительства прошло на фоне средневековых сванских башен. Как заявляет Саакашвили, регион Сванети уже в ближайшие годы может принять до 500 000 туристов. Этот курорт обладает самым большим потенциалом в Грузии. Здесь несколько критериев: уникальная красота, рельеф, климат. Если бы у меня было 2-3 миллиона лари, я, не задумываясь, бы вложил их в Сванети, построил бы гостиницу. Как считает грузинский лидер, тот, кто построит отели в этом высокогорном регионе, через несколько лет разбогатеет. Землю инвесторам правительство передаст по символической цене. Регион Сванети включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На долгие годы он был практически изолирован. Теперь там строят дороги и гостиницы, а туристов ждут и летом, и зимой. Андрей Джуфалакян, Леван Гагушидзе, телеканал ПИК.